Это был марш русофобов с прямым оскорблением высших должностных лиц России. Вопрос господину Пашиняну, почему он не использовал полицию, силовые структуры для пресечения русофобской манифестации в Ереване? Где был господин Пашинян? Кофе пил? Так российский политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью «Москва-Баку» прокомментировал шествие, организованное движением «Сосна-ЦРЭР». Политолог также подчеркнул, что в отношении Армении у России не должно быть никаких иллюзий. Армения не более чем один из партнеров, а реально ситуативный партнер. Национальные интересы Армении для России должны быть даже не вторичны, а третичны, считает Коротченко. Все эти мантры о братском христианском народе пусть оставят для внутреннего потребления, подчеркнул политолог, отметив, что кредиты Армении должны предоставляться исключительно под залог ее золотовалютных ресурсов. Хватит кормить русофобов. Армения хочет высасывать из России ресурсы, ничего не давая взамен, кроме мантр, считает Коротченко. «Сосна-ЦРЭР» – это армянская фашистская организация. В 2018 году была зарегистрирована как политическая партия, однако в качестве террористической группировки, замаскированной под военно-политическое объединение, существовала и ранее.